Всем привет, с вами я, Тирозер, и... Винди, всем бобра! И мы сегодня решили поиграть в голодные игры на карте Breeze Island. Чё, на центр ты пойдёшь? Да-да-да, а чё, не? Ну давай, иди на центр, я попробую залезть тут на гору. Слушай, тут парни вообще что-то тупят, я нашел меч, сейчас начну, короче, кровавый разнос. А, только осторожно, а то бывает такая фигня, то что я меч нахожу на центре, и меня еще кто-нибудь, два чувака. Это частенько бывает, но первый поехал, я нашел еще алмаз, палочку и штанишки для тебя. И плюс я полностью, ну не полностью, у меня штаны железные, еще какая-то галиматья. Ну хорошо, то что ты залез, я наверху я нашел один слиток, меч, себе немножко брони. Понял, понял. Я тут сейчас чуть-чуть панду убью. Нет, не убью. Ага, хорошо. Если что, ты там говори, если нужна помощь. Хорошо, а ты где? Я на самой большой горе здесь. А, ты потом слазишь? Ой-ой, Аси. Я убил Аси. Я слазил. Панда, ес. Трое уехали. Все, я, в принципе, могу тебя принять, дать тебе... У меня есть стрелы, я лучше тебе дам, потому что стреляю я крайне плохо. Еще у меня есть штаны. А ты где находишься сейчас? Я около... На спавне прям. А, я вижу тебя. О, здорово. Так. Слушай, ты модный парень, на вот тебе. А. О, спасибо. Так, стрелы нужны, палка нужна, палка. Палка у меня есть, у тебя слитка нет случайно? Есть один алмаз. Один алмаз, ладно. Давай лучше пойдем куда-нибудь, а то сейчас... Окей, пойдем. Время потеряем, сейчас найдем. Веди. Потому что я не знаю все сундуки, а про тебя говорю, что ты про... О, смотри, три пацана. Будем бить? Да, да, можно убить, почему бы и нет. Ты умрешь! Отлично, там еще один, смотри, в броне какой-то красивый. Поехали. Красивый спин у него. Ух ты, ё-моё, да нет. Хотя на самом деле смысла особого нету его убивать. Окей. У него брони нет никакой. Ну, у него меч нарисован сзади, но это, наверное, гон. Ну, это вряд ли мы отберем у него. О, гляди. Да, я вижу. Поползем, не? Ну, опасно, он может скинуть, я бы не рискнул. Хорошо, что, давай мне тогда не буду. Другое место найти какое-нибудь. Честно сказать, если бы без тебя, я бы, наверное, пошел и там бы убился, но ладно. Коль с тобой, тогда не буду. Так, и... я даже не знаю, туда как-то лезть тоже неохота. Мне по воде вообще не нравится на самом деле плавать. Мне, я ненавижу по воде плавать, потому что если тебя кто-то примет, то ты его уже не поймаешь. То ну есть, да, или наоборот, ты не догонишь. Да, да, да. Если за кем-то бежишь. Пошли сходим к кораблику. Кораблику погнали. Кстати, я не знаю... А? Что? Да? Говори, говори. Я не знаю, что за тема, почему вот когда я плыву за пацаном, я его не догоняю, а когда за мной кто-то плывет, он меня догоняет. Что за год? Не знаю, бывает такое. Смотри, о, вон. Смотри, старый парень. Перец. Это тот, помнишь? Но мне кажется, он там все уже блутал, или там уже ничего не было. Я думаю, ничего не было, конечно, но он сюда поднимается. Что-то я залезть не могу. Что за фигня? Что-то я упал. Лез. Он умер. Он умер сам, что ли? Его, наверное, сердце прихватило при виде меня, да, я страшный. Там так, есть что-нибудь? Здесь? Нет, в большом сундуке пусто, можно осмотреть самый этот верхний сундук здесь еще есть. Ну чекни, я пока покушаю, тебе еда нужна? У тебя как вообще? Так, да, мне что-нибудь бы поесть, но пока что не надо, но вообще еды у меня нету. У меня есть мясо жареное, могу дать. От сердца оторвать, так сказать. Отлично. Так. Наверх нам тоже не залезть, здесь лианы уже кто-то обрубил. Хорошо. То есть плохо, конечно, но ну, да. В принципе ладно. Ух ты, нифига себе, что алмазик такое? Нашел. Он алмазик? Тогда в воде лежал на земле. Идем, идем, идем. У меня есть алмаз второй. Отлично, чувак, пошли скрафтить. Отлично. Конечно, у нас брони не особо много. Да нафиг. А, нафиг, кстати, брони. Я тебе могу кожный нагрудник дать. Я смотрю, ты без нагрудника. Да, зато ты тогда голый. Не, не надо, не надо. Не, у меня есть еще один. А, тогда давай. Я запасной. На мне же сейчас одет нагрудник. Да. Вот, держи. Так, отлично. И накинь алмазик. Держи, держи, сейчас. Вот только не знаю, алмазик мне тебе. Ты да, вроде как прошник, конечно, но... Да, нет, я сейчас это... Смотри, парень. Вон, смотри. А, у него есть наши ботинки. Ага, давай. И меч, смотри, я хочу... Ой, и меч наш. Вот ты какой ворюга, а? Ля, он даже не подозревает, кто к нему приближается. Никогда не осматривается, видимо. Будем гнаться, нет? Да слушай, убить, брось, конечно, можно. Прикрой меня, я бы сейчас сделал себе мечик уже. А, ты обратно, что ли, пошел? Я на спавне. Блин, ты аккуратно, сейчас... Не, он в воду, короче, я за ним не побегу уже. Хорошо, у меня готов, сейчас тебе мечик накину. Каменный нужен? Давай, каменный. Хорошо. Не, если хочешь, могу дать алмазный. Да не, бегай ты. Окей. Тебе сделали вначале. Да. Я с таким попробую справиться. Да, я думаю, ты сможешь, тут у них разница в уроне 2. У тебя еды нет немножко? Есть, одна, на, вот. О, если отлично. Не хватит, то у меня есть, в принципе, сырая говядина. А, ну хорошо, если что... А, кстати, не, угля у меня нету, что показалось. Нет, нет, у меня зато есть кремень. Угу. Кремня две штуки тоже есть. Можно запилить еще что стрел, если найдем все остальное. Куда идем? Зажигалку. Вот здесь где-то я видел парня, не знаю, он, по-моему... А, да, наверх, смотри, двое там наверху. Вот зажигалка, тиросер, это тема, невероятная тема. Куда? Я ее обожаю просто.
А зажигалка это реально вещь. Особенно, когда у тебя их 6. И ты на дедматче бегаешь. У тебя было такое, что у тебя их 6? Не, у меня было как-то так, несколько раз. И на дедматче просто бегаешь и всех зажигаешь. Офигеть. Да. Там, кстати, два парня, будь аккуратен. Да-да-да, я вижу. Не знаю, в тиме они или нет. Я думаю, в тиме, потому что они были на опасной близости и не трогали. Но как же они одеты? Ух ты, одет неплохо. Один убегает. Они вниз. Ух ты, зачем я спрыгнул? Ладно, ничего страшного. Слушай, тут. О, они смотри, что-то... там вещей так как много. Мне кажется, здесь кто-то разбился. У меня еще один меч. Ты уже все собрал? Да. Сейчас посмотрим. Так, окей, давай, одевайся. Тут у них что-то вообще анал карнавал, все горит. Да, реально, кто-то, видимо, спрыгнул здесь. Да. И разбился. Так, что тебе нужно? Ух ты, неплохо. Смотри, тебе давай шлем. Оу, oh, yeah. Золотой. Золотой, хорошо. Так, нужно бы еды есть. Удочка, да, еды немножко. Ну вот я сейчас сырой говядины накачу. Возьми, я тебе сбросил. Хорошо. У меня 3 слитка железных, надо скрафтить. Пойти. Пошли, сделаем тебе меч тогда. Удочка нужна? Нет, я не умею ее. А хотя давай, я тебя буду, если что, пинать. На всякий случай держи. Угу. Все, можно спускаться, в принципе. Погнали. Так, пойдем, сделаем тебе, наверное, меч, да, как считаешь? Ага. Ой-ой, опасно. Что-то ребята умирают. Угу. Ну, они где-то там, где мост, наверное, может, чуть дальше, может, даже в воде где-нибудь. Ну, я не слышу, я слышу только, что где-то неподалеку. Ладно, пери, я вот тут постою пока на стрёме. Повезло, что там разбился, конечно. Не пришлось его добивать. Причем походу смотрит. О, смотри, двое. Где? Ну, они плохо одеты в кожанке. Еще один, еще двое. Тут замес. Команды замес. Ой-ой-ой, парень. Отлично, еще бегу. Я отхожу. Бегай. Еще двое. Да что за... Что убегай за куда-нибудь замес? Далеко. Сейчас мы будем разбираться. Лука, к сожалению, нету. Ты где? Так, сейчас за тобой никто не бежит или все-таки бегут? Все, один по-моему, бежит. не бегут. Нет, двое, это команда, за тобой бегут. Хорошо. Сейчас будем убивать. Точнее, не очень хорошо, я пока от них бегаю, у меня не полной жизни. Он с деревянным топором на меня нападает, но в броне хороший. Давай, сломай его и помоги мне, за мной бежит тоже пацан, я боюсь с ним драться. О, я вижу вас, сейчас подойду. Да, ё-моё, дайте мне его убить-то хоть. За тобой бегает Стив. Ой-ой-ой. Да, я видел. Ай! Что такое? К меня ударили. Ну ладно, не умри. Пока нормально живем. Врываюсь. Убил. Отлично, убегай. И меня приняли. Давай, террасер. Давай. Тебя бьет так, парень сбоку. Сейчас я посмотрю, что у нас тут есть. За мной никто не бежит, я смотрю. Нифига мой себе. Мой забрали алмазный меч. О, он одевается. Отлично. А, это ты. Красавчик. Да. Так, у меня лук есть, а куда еще один убежал? А, кстати, Стив-то это живой, я подумал, что это призрак летающий. Бывает просто такая фигня-то, что они как-то летают. Вон, там еще слева один на тебя смотрит. Так, я вижу, в железе. Да, причем в полном. Красавчик, не отвлекайся, иди на него. У него алмазный меч. Ты стрельнул так рано. Да, это мой, наверное. Так, у меня 10 стрел. Рано стрельнул, мне кажется. Так, возможно, сейчас я... Смотри, я его просто решил отогнать от себя немного, посмотреть, какие вещи здесь выпали. Не гони, вольни его поскорее, я хочу, чтобы уже дезматч, чтобы летать окей. Здесь не кайф. Хорошо, сейчас. А где еще один? Там так, еще значит, сейчас я пока посканирую тут местность. Давай. Пра-па-па-па-пам, тут не вижу. Опа, а, это ты? Это ж ты? В золотой броне? Да. Хорошо, сейчас залечу на корабль, гляну, как там у нас дела обстоят. Mm-hmm. На корабле вроде бы не души. Ну, здесь тоже никого не видно, что-то. Да. Парень скоперфидился. О, за тебя дали этот 150 баунти. Да, вижу. Так, сейчас посмотрим. Тогда я сделаю, наверное, зажигалку себе одну пока что. Раз никого поблизости нету, почему бы хорошо. И нет. Хорошо. Вот, нас в спавне. А, это ты. Да что такое? Чего я все время тебя вижу одного? А ты ударяй там по земле, допустим. И будешь чё я туплю. Да. Один возле корабля деревянного, помнишь, обломанный? А, маленького такого? Да, маленький, обломанный, везде с этими. Ты еще сказал, Лиана наверху сломана. У него каменный меч и кожанка. Так, вижу. Легкая корабль. Добыча. Угу. Другой, на башне потом, какой-то. Хотя бы одного убить надо. Ты посмотри, как они одеты лучше, чтобы я знал, вот чего то, ожидать. Что на корабле в кожанке. Угу. Железный забился в угол и плачет там под деревом где-то. Я не знаю, как его найти, на самом деле. Но он явно не хочет, чтобы его нашли. Так, ну мы с ним встретимся, я думаю, на дедматче уже. Угу. Вот около этого корабля был парень. Вон он, ты его видишь. Вижу. И ему наступает... Давай, закрикай его! О, молодец. Как ты его убил, так интересно. Слушай, да, тут же не при четырех людях. И сразу застрял это в малафье беленькой. Так, я тут смотрю, какие вещи выпали. 60 секунд, против тебя один железник и один кожанчик. Не а думаю, где находится железник? Может, я успею его убить? Железник на спавне.
на спавне, хорошо. Там же и кожанчик. Алмазы кожанчик... они в тиме, что ли? По... Не знаю, вот железник бежит к кожанчику, кожанчик убегает, но у железника нет в руках меча. А, вот появился. Нет, не в тиме, не в тиме, сейчас кожанчик ищет. Один на один. Ох, вот это вообще замечательно. Ну, у него полное железо и алмазный меч. Ну, ничего страшного. Ну, я надеюсь. Я помогу тебе морально. Кстати, я могу блокировать стрелы. Хочешь блокирую? Да. Есть такая фишка. Оп, я блокирнул стрелу. Он эндерперл заюзал, фига он псих. Что? Это было очень зря. Здесь есть эндерперл? Ага. Это было зря, то, что он его заюзал, реально зря. Он потерял жизни свои некоторые. Ну, ты его неплохо подамажил, тогда сразу в него улетай. Ты его убьешь. Да-да-да. Смотри, он на высору говна всякого. О, тем более он рядом со мной находится. Ну все. А есть, короче, такой мод, типа, что он показывает жизни врагов. Да, да, но я не пользуюсь такими. Я не знал просто, что такое вообще есть. Отошел он. Оп. Сейчас мы попробуем. А, стрелы нет, закончились. Ты его убьешь. Так, ладно. Я что, прикрою тебя от его стрел? Окажу посильную помощь. Как ты бегаешь хорошо. Быстрее его? Не знаю, я просто по меньшему радиусу бегу. Слушай, а почему... А, вот он алмазку достал. Или нет? Да, алмазку. Нет, каменный. Он меняет, типа, чтоб ты не знал. А зачем ты его бьешь удочкой? Я пытаюсь ему сбить этот спринт. Бывает так, что спринт сбивает удочка. Не-не-не-не-не, спринт сам сбивается через некоторое время бега. Ой-ой, давай-давай, на мест бей его левой, правой, с ноги, я хочу его поджечь. Красавчик! Так, всё. Инвентарь какого фига у меня открылся. Ой, он потушился. Давай! Так. Оп, отлично. Красава! Как у тебя по жизням дела? Да фигово. Кончай. О, молодец. Отлично, блин. Вот, я думал, на самом деле, сейчас проиграю. Как-то неудачно я влился в него сейчас. Ну, все равно, победили. Ладно, нормально. Да. Жаль, я только слился. Меня навалились на меня 4 пацана. Я ничего не могу. Да. Зато ну, ладно. Оказал такую помощь, как летал и смотрел, где они находятся. Ну да. Так бы, возможно, было дольше. Ладно, я думаю, на этом все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на наши каналы. Да-да-да, всем пока-пока. Удачи. Всем пока.